Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты, как действующие, так и потенциальные. Хочу обратить ваше внимание на один факт. На данный момент в лаборатории психологического обеспечения существует вот такой вот договор. Договор аутсорсинга НПЦ-ЭКМЭ. Что это значит? Договор заключается в том случае, когда у нашего контрагента, юридического лица, очень большое количество обследуемых. Ну, предположим, действительно, по приказу 233 необходимо провести обследование для руководящего персонала, генерального директора, главного инженера, рабочего персонала и персонала, ведущего технологический процесс. Собственно, это и есть рабочий персонал. И когда такое обследование запланировано для большого количества людей, от 100 и более, а обследование должно проводиться ежегодно, с так называемым среднесрочным прогнозом профессиональной надежности и функциональной адаптации, в этом случае контрагенту, конечно, гораздо выгодней заключить договор аутсорсинга. Одним словом, лаборатории выплачивается ежемесячно незначительная сумма, и в ответ, соответственно, наш контрагент получает неограниченное, абсолютно безлимитное количество обследований, ПФО. Он может направлять любое количество, 100, 200, 300, 400 и так далее человек. На крупных предприятиях, атомных прежде всего, такое количество, ну, по последней информации, достигает 700-800 человек на данный момент. Наша собственная лаборатория ежегодно обследовала до 1000 человек, то есть порядка 980-970 человек ежегодно. Соответственно, если каждое обследование рассматривать отдельно, дорого получается. Если же взять лабораторию на аутсорсинг, то есть ежемесячно выплачивать незначительную, прямо скажем, сумму, можно эту проблему решить легко и просто. 700-800 человек, никаких проблем. Сколько надо, столько и обследуем. То есть лаборатория, как, в общем-то, многие сейчас работают по аутсорсингу. То есть лаборатория обслуживает это предприятие в полном объеме. Вот, собственно, такое небольшое видео. Если кто-то будет заинтересован, да, на данный момент у нас сейчас таких два договора, то есть люди идут, действительно им выгодней платить ежемесячно нам какую-то сумму, нежели за каждое отдельное ПФО в отдельности. Соответственно, у нас сейчас два таких договора, и людям очень удобно, очень-очень дешево, значительно дешевле получается, нежели по-другому как-то. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!